Вы сказали, что анализируя поведение Трампа, это я вас цитирую, нельзя избавиться от ощущения, что Трамп Путину должен и постоянно с ним расплачивается. Даже назвали Трампа агентом Путина. Сказали, что Трамп был Путиным завербован. Вы заявили, что ФСБ поставила у власти США своего агента и зовут этого человека Дональд Трамп. Я думаю, что если вы спросите у Путина, согласен ли он с такой формулировкой, он ответит, если он честно ответит, он ответит, что согласен. Понимаете, с точки зрения Путина, Трамп, безусловно, завербованный им агент. Для этого есть очень много причин, там разные, да, в том числе финансовые, я не знаю, из известных покупка рыболовливым дома Трампа с переплатой в 50 миллионов долларов, там выплата Трампу за конкурс красоты там, «Мисс Вселенная» 23 миллионов, тоже с переплатой и так далее.